только я расслабилась, думала, что мы приехали, короче. Я обоссала. Обоссала, я снимаю на видео. А, да, блин. Ну ты не одна такая. Ребят, всем сплавляющимся по реке Беспута песня посвящается. Мы проснемся утром и решим, что сегодня нужно для души. Я попочкой чувствую камушки. Для души сегодня нужен стол. Моя попочка, все камушки сутрегла. Что рекой зовется на все сто. Давай. Так, все ноги, пожалуйста, подняли наверх. Для души сегодня. Амина мастер в этом деле. Что рекой зовется. Боже, боже, боже. Наш любимый красивый водопад! У-ху! И костер без путы, верхние минуты, начинает согревать тепло хода нам. Мы доедем в ней, все дороги. Сегодня наш поход зовет. Это первый. И настанет. Ждут байдарки. Ой, прошли как по маслу, да, Тань? Огонь, речка понесла сама. По реке Беспуте мы появились. А теперь преодолеваем руки, бедра. Давайте, давайте! Реки проводит нас! Ой, какой красивый это гриб! Ладно, проходите ненормально. Ну, с траву-то зачем? Ты же знаешь, что трава закрывает. И тогда без пункта скажет, вы, ребята, высший класс.